На месторождении Каражанбас в Мангыстауской области строят опреснительный завод. Запуск объекта должен состояться в первом квартале будущего года. Новое производство будет вырабатывать 17 тысяч кубометров опресненной воды в сутки. Интересная деталь. Здесь начнут работать с применением технологии многоступенчатой фильтрации и деминерализации с помощью обратного осмоса. Во время пресс-тура на отдаленное месторождение журналистам показали не только строительство важного объекта, но и познакомили с деятельностью компании Каражанбас в сфере охраны окружающей среды. Месторождение Каражанбас ежедневно потребляет 17,5 тысяч кубометров волжской воды из водовода Астрахань-Мангышлак. Новый завод призван обеспечить водой месторождений и высвободить этот объем для нужд населения региона. Решаются технологические вопросы. За ближайшие 14 лет компания Каражанбас Мунай планирует увеличить добычу нефти на месторождении на 700 тысяч тонн и сократить ремонт капитальных и подземных скважин. Как запустим завод, мы будем использовать пластовую воду, будем ее фильтровать, дочищать, доводить ее до возможности, чтобы мы могли из него получать пар. Соответственно, остальная часть воды будет перерабатываться, отправляться обратно на наши резервуары и далее на нагнетательные скважины. Сегодня компания «Каражанбас Мунай» продолжает мероприятие по очистке исторических нефтяных загрязнений. Их площадь составляет 350 гектаров, 143 уже очищены. Также полностью утилизированы 180 тысяч тонн исторических отходов, ликвидированы 11 скважин в прибрежной зоне Каспийского моря. С 2001 года мы на данный полигон размещали 180 тысяч тонн. Мы до конца 2019 года мы вот весь объем утилизировали. Последние 36 тысяч тонн в прошлом году был утилизирован. Полигон сейчас на сегодня пустой, кроме только по отходу полиэтиленовой пленки, который сортируется, передается сторонним организациям по мере накопления. Согласно прошлогоднему меморандуму между Минэкологией и Казмунайгазом, дочерние последнего приняли обязательства по утилизации загрязнений и переработке отходов. На эти цели до конца года Каражанбас Мунай планирует потратить почти 500 миллионов тенге. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Мангыстауская область, Хабар 24.